Сегодня только инвалидов-колясочников на Гомельщине каля 3,5 тысяч. Для некого гэты диагноз – наступство перенесенной хворобы, для інших – отриманы травмы. У апошние годы для их сапраўды робится шмат. У новых домах, например, те же лифты теперь працуют с так званого нулевого поверха. Горше обстоят справы с домами старыми. Без допомоги колясочнику нельга ни с кватеры на улицу трапить, ни назад до дому вернуться. Если и решат, к примеру, ставить тот подъемник, он, во-первых, дорогостоящий, во-вторых, кто его будет обслуживать, кому его поставить на обслуживание, а в-третьих, это и сужение, есть проблемы, потом вопросы МЧС по безопасности. То есть ряд есть вопросов конструктивных, которые просто невозможно решить. На семинар по пытаниях створения безбарьерного осяродия нехто из инвалидов-колясочников добирается самостойно, некого привозят на машинах. Перед початком посяджения яны и еще раз обмерковывают пытания проведения у наступном месяце областной спартакиады инвалидов у Гомелі и организации двухдневного лагеря у Мазыры. Гомельская организация «Инвалиды-спинальники» ведомая своей активностью и спробами допомогчи усім, кто мае у гэтым потребу. А тому яе активисты часто сустракаются с представниками органов улады и специалистами разных профилей. От транспортников, яких вучаць, як правильно перевозить инвалидов, до будовников и коммунальников. Скрупки гледжання здорового человека, недопрацовки махчима и незначные. Але для людей с обмежованными махчимостями, об ровных умовах жыццядзейнасці размова уже не идет. Надо два поручня, а он один. Или ширина поручня не соответствует, не хватает разлета рук, чтобы взяться за оба поручня. И это уже приводит к тому, что человек самостоятельно не может воспользоваться данным объектом. Даже, может быть, пантус очень хороший, со всеми условиями изготовленный, но подъезд к нему ограничен бордюрами. Непосредственно подчас семинару размова идея об самом актуальном, починаючи от организации выборов. Шмат якія участки размещены у школах, причем не на первых поверхах. Трапить туды инвалидам вельми складана. Проблема у больш широким сенсе карыстанне будинками, якія узведены шмат гадоў тому. Але калі их пераобсталяванне часто проблематично, то чаму без барьерного асяроддзя будуются новые? Пытанне актуальное, причем не только для инвалидов. Ты ж высокие тротуары, например, могут створать проблемы так само для женщин с детячими колясками и людей сталого возрасту. Жестко должно быть. Я думаю, что это будет принято, что должно быть четко, ни один объект не проектироваться без барьерки, а экспертиза не должна принимать эти, проходить экспертизу эти объекты без безбарьерной среды, потому что рано или поздно они нужны всем. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель».